Здорово, графитчики! На обзоре маркер Молотов Liquid Chrome. Короче, я посмотрел несколько обзоров на этот маркер, потому что мне стало интересно, что снимают другие люди. И я реально удивился, знаете чему? Тому, что люди растягивают информацию, делая видео по 10-15 минут, разбавляя все это бессмысленным текстом. И ты сидишь и смотришь это нудное видео, чтобы уловить что-то полезное из него. В итоге я посмотрел 3 или 4 видоса, на которые потратил около 1 часа. Чтобы узнать, что это очень дорогой маркер, что он офигительно зеркальный, и то, что на впитывающих поверхностях им лучше не писать. И на это я потратил час своего времени, а на это видео вы потратите всего пару минут. Давайте начинать. Маркер выполнен в стандартном цилиндрическом корпусе с помповой системой и с возможностью дозаправки. Выглядит строго и стильно. Маркер идеально работает на гладких, не впитывающих поверхностях, максимально из возможного зеркальный эффект. Краска устойчива к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям. Его даже используют в моделизме, раскрашивая разные элементы моделей. Крутые чернила, спиртовая основа, плотный зеркальный цвет. По цене он достаточно дорогой. И да, лаком его покрывать нельзя. Не веришь? Проверь. Ну а что он может? Смотри результат. С вас лайк, подписка. С вами был Арт Баллон. Всем поклон и пока.